Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Слышите? Кто здесь главный? Покажись! Сейчас я ему все выскажу! Ой-ой, что у вас случилось? Вы новичок? Или пришли помолиться, или вы тут ради меня? Вы ради меня сказали? Я просто пошутила! Нельзя же быть таким легковерным! У вас все с головы в порядке? Держись, убивать людей противозаконно! Стопэ, разве к вам не заходил архимаг и верховный жрец? А, если вы ищете их... Кстати говоря, девушку, с которой вы пришли, детишки закидывают камнями. Слышите, вы что творите? Казума, не только женщины, но и дети в этом городе на уровень выше. Спрячь уже талисман Эрис, ты же это специально. Отказываюсь! Что не так с этим городом? Вправь уже мозги своим последователям. Понятно. Ты грабил людей, говоря им, да это же я. Ты глубоко погряз в своих грехах. Если это так, всепрощающая богиня Аква отпустит тебе все грехи. Ты какого хера игнорируешь меня? А, понял, тебе это по приколу. Обрадовалась, что хоть раз сможешь побыть нормальным жрецом? Тебе есть еще в чем сознаться? Если нет, покинь исповедальню и начни вести праведную жизнь. Слушай сюда, ты же типа верховный жрец, который тут в авторитете, да? Сделай что-нибудь со своими верующими, а то они все ебнулись. Пусть научатся сдерживать свою веру. Ну, раз больше нечего, тогда пригласи, пожалуйста, следующую заблудшую душу. Чё? Счастливого тебе пути. Мне показалось, или ты попросила меня убраться отсюда? Да, убирайся отсюда, оставь уже исповедальню. Как ты ж стерва! По правде говоря, есть и еще кое-что. Да? Тогда я слушаю тебя. Ну же, исповедуйся в своих грехах. У тебя нездоровый интерес к нижнему белью вашего рыцаря? Хочешь жадно обнюхивать шелковистые волосы архимага? Или же в тебе таится развратное платоническое желание к прекрасной и благородной жрице? У нашего жреца есть любимая чашка, которую она использовала для фокусов, а я случайно разбил ее. А еще, недавно она хвалилась тем, какой отличный и дорогой вискарь купила. Он правда так хорош? Подумал я и решил отпить немного. Бухлишко было отменным. Я выпил все. А содержимое я заменил простым портвейном, ведь она все равно не увидит разницы. Это ведь шутка? Казума, ты же пошутил? А еще, поскольку от этого жреца постоянно одни проблемы, я сходил в местный храм Эрис и оставил там заявку на набор в пати жреца вместо... Чертов предатель! Боже ты мой, я сейчас просто пошутил. Ты правда не ищешь другого жреца на замену? За исключением первых двух, последнее было ложью. Домой. Скорее хочу домой. Я давно был приверженцем веры Аксис и госпожи Аквы. Однако... Недавно на портрете я увидел огромные дойки богини Эрис. Они пробудили во мне похотливые желания. Это грудь, сиськи самого дьявола. Прошу, простите мои низменные инстинкты, которые во мне пробудила другая богиня. Не переживай. Богиня простит все твои грехи. Ведь кто-то любит пышные формы, а кому-то по душе маленькие. Суть нашей веры в том, что простить можно все. Даже если ты лоликонщик, хики-задрот или любитель девочек с ушками. Пока тебя не заинтересуют нежить или демоны, ты не будешь нарушать закон. Пока любовь живет в твоем сердце, богиня простит тебе все. О, истинный верующий, здесь и сейчас словами своими я избавляю тебя от темных чувств. Груди Эрис — это подкладки. Если подобное случится еще раз, просто вспомни это. А если встретишь еще таких же, как ты, поделись этой мудростью с ними. Грудь Эрис — это подкладки. Невероятно! У меня как будто пелена спала с глаз! Повтори это еще раз. Грудь Эрис — это подкладки! Благодарю вас за то, что помогли мне! Тут больше никого нет, так что я наслаждалась общей баней в одиночестве. Неужели она... А как прошла ваша прогулка по городу? Культ Аксис очень страшный. А я, наверное, и завтра пойду гулять. Ты опять, что ли? Я пошел в ванную. Мы слышали. Приятно тебе помыться. Я... Вали уже. Ч?
Черт, я же пытался быть вежливым, мягко намекал, что мне это неинтересно. Но они все не затыкались и продолжали нести херню про свою веру и богиню. Как же это, за***ло! Похоже, этот город и его ушатал. Этот город. Правда, это мыло приятное и нежное? Что? А, да. Оно может исцелить любые кожные заболевания. А еще его можно есть! Оно сделано из натуральных ингредиентов, так что бери и откусывай! Уверуй, и получишь пару совсем на халяву! Нет, спасибо! Уверуйте и получите в два раза больше очков за бесплатно! Засунь себе эти очки в жопу! Не сдалась мне эта ваша секта фанатиков! Тихо! За этой стеной общий источник. Общий или мужской? Что бы он, по-твоему, выбрал? Обычно он ведет себя сдержанно, но в нужный момент, если есть причина, он бы пошел в общий. Казума! Ты ведь там? Ты ведь сейчас приложил ухо к стене и жадно дышишь, представляя, что Даркнесс пошла мыться первой? Да? А, Мэгумин, почему ты привела в пример меня? Эй, Казума, отвечай давай, ты ведь там? Что-то мне стало стыдно подслушивать их разговор. Кстати говоря, Мэгумин, мне тут стало интересно, как твоя попа так... Довольно, Даркнесс. Может, мы и друзья, но еще одно слово, и ты пожалеешь. Прекрати! Боже ты мой, как ты отрастила такие дыньки? Хватит, не надо! Сейчас! Вот видишь, что я говорила? Он был так все это время. Да, ты права. Его похотливый взгляд ни с чем не спутаешь. Тот, кто жадно пялится на меня каждый день, не мог не пойти в общий источник. Ледяной поток! Хуаныжа! Эй, кошака-то за что? Помоешь ее за то, что подглядывал. Бедняга, не повезло тебе с хозяйкой. Что я богиня воды? Сама Аква во плоти. Богиня! Я богиня, а он лишь усмехнулся. Я сделаю все возможное, чтобы спасти этот город. Ну так вот, ребята, вы мне поможете? Мне завтра по городу шляться, так что я типа занят. Я уже вдоволь наобщалась с последователями культа Аксис. И повторять этого не хочу. Ну почему? На кой вам сдалась эта глупая прогулка? Магумин, не надо так ненавидеть моих последователей! А ты, Даркнесс? Я это как бы, ну... Ну пожалуйста! Хорошо, хорошо, я помогу тебе, только не очищай мой сок. Виз вроде тоже не занята. Может, и ее попросишь? А я у нее на коленях всю ночь плакала, так что она опять начала растворяться. Сейчас она отдыхает. Иди же, иди на свет! Сперва Виз спаси, а уже потом город! А сейчас кажется, что город самый обычный. Ты прав. Отличная погода, вкусная еда. Вот только нормальных людей не завезли. Божечки, вот так погодка! Неужели госпожа Аква благословила нас? Ну, началось. А это мой особый наба. Только что с плиты. Уверуйте, и я вас им угощу. Эй, ну куда вы? Не нужно так стесняться. Опля. О, вы на прогулке. Братик, это тебе. А это тебе, сестричка. Уверуйте, и второй будет бесплатно. Слышь, ты почему в глаза не смотришь, когда с тобой говорят? Я же ради тебя стараюсь. Как думаешь, это мало вкусное? Нечего мне мыть это тонное мыло. Это мыло секта, мыло секта. Не смотри. Мыло секта, мыло секта, мыло секта, мыло секта, мыло секта, мыло секта, мыло секта. Пошли вы в жопу! В аду я видел вашу чистоту. На минуту я даже увидела своих бывших членов пати с времен, когда я была искателем приключений. С другой стороны реки они кричали, чтобы я не приближалась к ней, и мне сразу полегчало. Это же... Вяжите, вяжите ее! А я-то думал, что тут не так? Обмануть, значит, нас хотела? Сейчас кого-то вздернут. Вы не так все поняли. На это все была причина. Госпожа Аква сейчас опять зарыдает. Не забыла?
Попроси церковь Аксис о помощи. Не стесняйся, давай уже скажи это. Церковь Аксис, помогите, пожалуйста. Мы тебя не слышим, блондиночка. Мне ее жаль. Личность не зашла до вас, чтобы наставить на путь истинный. Да так мы и поверили. Думаешь, можно называть себя богиней лишь потому, что ты похожа на нее? Все-таки нужно связать ее и выкинуть в ближайшее озеро. Если она правда богиня воды, то не сможет утонуть в каком-то озерце. Наверняка ты и есть та самая приспешница владыки тьмы, которая пришла сюда разорить наш город. Я ведь правда богиня воды! Какие не злые! Госпожа Аква, прошу, выпейте и успокойтесь. А иначе ваша святая аура опять подействует на меня, и я... хочу нажраться. Да ты вовсе и не расстроилась. Мои последователи решили зайти в гости? Вот она! Ведьма, называющая себя богиней! Сожжем ее!